Мама с сестрой ушли в Лингво, и мы о ней ничего не знали. Отец где-то обратился к одному знакомому литовцу, который поехал в Лингво и оттуда привез привет, вернее, плохой привет, что там всех расстреляли, в том числе мою сестренку 8 лет. Но мы, конечно, этому не верили и послали одну женщину, которая когда-то у нас работала домработницей, она жила в Шауляй. Отец попросил ее, она поехала в Лингво и такой же известие мы получили от ее. Она литовка была, да? Да, что все в Лингво, значит, расстреляны. Там были расстреляны не только местные линковские, но были расстреляны те, которые застряли, которые бежали, беженцы из других городов. Были расстреляны женщины отдельно, мужчины отдельно расстреляны. Женщин, детей расстреляли в лесу от Качуной, это недалеко от Лингво. А мужчин расстреляли в названии Двалюкой деревни, где когда-то была еврейская деревня. Там около леса их расстреляли.